В День России по всему Ленинскому району прошли не только торжественные, но и неофициальные мероприятия. Одно из них в Центральном парке Видного. Здесь состоялась праздничная программа «Россия в моем сердце». Каждому нашлось занятие по душе. Пока взрослые принимали участие в мастер-классе по изготовлению кулинарных блюд, дети соревновались в увлекательных конкурсах, пели и танцевали. Среди пришедших можно было увидеть много молодежи, семейных пар, детей от мала до велика. Царившая здесь веселая и непринужденная атмосфера сплотила всех до единого. И торжество удалось на славу. Замечательно, да, все нравится, все очень вкусно вообще. Замечательно. Дети счастливы. Второй, правда, ушел ребенок. Нам надо страной сплачиваться, потому что кто-то за одну партию, кто-то за другую партию. Надо все это объединять, чтобы все были рады. Такие праздники побольше делать, особенно в нашем небольшом городке. Несмотря на то, что сам праздник еще достаточно молодой, уже сейчас можно сказать, что он становится все более узнаваемым. И я смотрю, как особенно молодежь, наше будущее воспринимает этот праздник. Действительно, как день своего отечества. Вот это очень важно.